студенческая викторина, приуроченная ко Дню России, прошла в Звенигородском финансовом колледже. В ней приняли участие команды первого курса. В рамках проекта «Историческая память» и «Старший брат» мероприятие поддержали одинцовские единороссы, которые вошли в состав жюри. Им предстояло оценивать приветствия команд, их названия, девизы и эмблемы, а также ответить на вопросы по истории России и представить на суд зрителей патриотические песни. Самым зрелищным был костюмированный конкурс, где студенты примеряли на себя образы известных соотечественников от Майи Плисецкой до Сергея Бодрова-младшего, отметила заместитель секретаря Одинцовского отделения «Единой России» Лариса Белоусова.